Всем привет! Hi, hello! Добрый вечер! Мальчики могут сразу выходить из этого прямого эфира, потому что он будет интересен. Хотя, мальчики, 8 марта близко. Женечек! Как вам идут стрелки? Да, это правда. Спасибо большое. Спасибо. У нас только что была съемка. Опачки. Да. Кстати, смотрите, какой на мне крутой свитшот-бомбер от Planta Rosa. Юля, привет. Спасибо огромное. Всем привет. Спасибо за комплименты. Очень приятно. Я такая не просыпаюсь, не думайте, это просто мы после съемки, мы готовимся к неделе моды в Милане с командой и делали съемку. Привет! Так, девочки, мальчики, о чем хочу поговорить? У нас близится 8 марта, и так как на следующей неделе я буду уже в Милане, то решила поговорить немного сейчас, рассказать. Что сделать? Женя, что ты говоришь? Мне просто Женя пишет сообщение, что нужно поправить. Жень, ты не стесняйся, надо писать прямо здесь в комментариях. Спасибо большое. А вот, на следующей неделе я буду уже немножко занята, и поэтому хочется показать немного и рассказать вам о продуктах, которые будут, ничего умного, согласна, которые будут в нашем весеннем бьюти-боксе, поэтому, кому не интересно, кому интересно, пожалуйста, послушайте, всего несколько минут вашего времени. Скоро мы скажем дату запуска наших боксов. Ты знаешь, я тактичный, да, спасибо, ты самый тактичный человек. Скоро мы сообщим дату запуска наших боксов, и к 8 марта вы сможете подарить своим любимым и родным девушкам, женщинам, мамам хороший подарок. Все продукты обязательно... Нет, сегодня я не покажу все продукты, я хочу показать один продукт, еще один, и останется самое-самое вкусное и пару продуктов самые. Я не могу точно сказать еще вам стоимость, не потому что я ее не знаю, но потому что мы так держим. Когда узнаете про цену, я думаю, что уже завтра мы скажем цену бокса, сообщим ее. Хочу сразу сказать, что многие спрашивают, будет ли бокс стоить как обычно. Нет, это будет более дорогая версия бокса. Он будет до 30 тысяч рублей, дешевле 30 тысяч рублей, не переживайте, то есть за мою бестактность, что-то не так у нее с ртом. Я думаю, что основная мотивация, мы никого никак не мотивируем на самом деле, никого как-то не пытаемся призвать покупать наши боксы, потому что это лимитированная серия наших боксов. И самое основное его, наверное, преимущество перед всеми, что там, я думаю, что многие понимают, что там будет продукт, который никогда не был в наших боксах, только в каких-то, может быть, количествах, в подарках, но это, правда, очень большой для нас шаг, и в ближайшие дни я уже полностью раскрою состав бокса. Вот, поэтому боксов будет несколько тысяч, поэтому я думаю, что хватит, так как цена чуть выше. Цена чуть выше, чем обычно, то я думаю, что хватит всем. Мне вообще, на самом деле, вы пишете, сравниваете нас, вижу, что с боксом Элен, я
когда часто спрашивают про конкуренцию, про то, что мы делаем что-то одно. Вы знаете, у нас на рынке очень маленькое количество людей, которые делают, которые работают вот именно в нашей сфере, и поэтому это совершенно нормально, что вы сравниваете, что вы сопоставляете как-то наши продукты. И мне кажется, что мы два таких человека-лидера на этом рынке, и поэтому каждый идет своим путем, и, в общем, я думаю, что сравнивать хорошо, что мы делаем разные цены, разные наполнения. Безусловно, какие-то продукты у нас зачастую пересекаются, потому что российский рынок, он не так богат на бренды. Если говорить об Европе, о Америке, то там, конечно, гораздо более широкий выбор косметических брендов. Ну, в общем, я думаю, что вы меня не удивляете, когда сравниваете каждый раз, или это меня не обижает. По наполнению бокса. Давайте уже продукт. Да, по наполнению бокса, я думаю, что кто-то видит, что в Aesthetics тоже публикуются какие-то продукты, и мы так стараемся делать синхронно, но все равно кто-то делает быстрее, кто-то, я делаю зачастую что-то после Aesthetics. Ну, в общем, у нас есть такие две линии, у компании своя история продвижения боксов, у меня она своя, я всегда действую более интуитивно, то есть вот когда я чувствую, мне хочется рассказать, поделиться с вами, хочется как-то что-то разыграть. По всем розыгрышам, по результатам их, про то, что я писала насчет сыворотки вот этой, когда вы... Нет, сыворотку мы разыграли. Под видео вы отвечали на вопросы, не переживайте. Я хочу сделать все итоги в день запуска боксов. И все-все-все получат подарки. И самое главное, что под видео, пожалуйста, внимательно смотрите. Многие видео, но их всего 4, но практически под всеми видео нашими сериями, мини-сериала, я разыгрываю именно бокс. Поэтому следуйте. Зара, привет! Поэтому следуйте моим инструкциям, участвуйте, и кто-то из вас станет счастливчиками именно в день старта продаж. А есть ли смысл заказывать бокс, если проблемная кожа? Я думаю, что однозначно, потому что для лица у нас очень сильный состав. И... Ура, прямой эфир. И практически все продукты, они направлены на то, чтобы успокаивать кожу, чтобы снимать воспаление. Вот если говорить про... вообще, как я уже писала, что этот бокс можно было бы назвать боксом Joy Siaco, потому что мы собрали самые мои любимые продукты в этом боксе. И, например, вот это вот средство, это номер один просто для меня, лосьон Лакты, который как молочко, на самом деле, вот оно. Мне очень нравится, у него такой молочный аромат. И его... просто нужно наносить на ватные диски после умывания им так протирать лицо. Спасибо. Протирать лицо, и он очень хорошо смягчает, успокаивает кожу. Если, например, очень плохая вода, достаточно жесткая, и вы чувствуете стянутость кожи, или у вас бывают какие-то покраснения кожи, то он очень хорошо после аппаратных каких-то процедур, если вы делаете BBL, если вы делаете что-то еще, то да, находка, он правда очень хорошо успокаивает кожу. А второй продукт – это сыворотка OxyClear от Joy Siaco, которая вообще для меня это самый любимый продукт, который есть в Joy Siaco. Пахнет просто... Я даже не знаю, чем он пахнет. Так, настолько вкусно. Вот так вот она выглядит. Ее нужно всего несколько капель, 2-3 капли. И также ее можно растереть и такими вот похлопывающими движениями наносить на лицо утром и вечером. Чаще это рекомендуется делать вечером, если, например, вы хотите, чтобы она у вас больше, вам больше служила. Но я использую ее утром и вечером до нанесения уже сыворотки крема. И что делает она? Она как раз-таки и работает с проблемной кожей, особенно она может
быть эффективно для людей, кто страдал и страдает постакне, у кого есть проблемы на лице. Она действительно очень классная, и она очень хорошо работает именно с цветом лица. Только, пожалуйста, не ожидайте то, что после какого-то, например, единственного применения, что у вас улучшится сразу, станет кожа румяная, чистая, что тон станет ровный. Вся эта косметика, она направлена и подразумевает комплекс. Она подразумевает какое-то время, чтобы вы использовали вот эти вот баночки, и после них, это как курс лечения, после них вы начнете уже видеть результаты. Даже когда я была в клинике Жюэль Сиако, когда я обсуждала с ними вот этот крем вокруг глаз, они мне говорили, что на самом деле сам эффект ты можешь увидеть там после второй банки, после третьей баночки, и мы кладем уже в третий бокс этот крем вокруг глаз. То есть это не продукты, которые показывают вам эффект здесь и сейчас. Кстати, вот если говорить о продуктах, которые показывают эффект здесь и сейчас, мне говорят зачастую, что я рекламирую только продукты, которые вот мне важны. Но вот есть, например, вот такой продукт, маска Marges, называется Extra Rich Firming Mask. Вот, например, она дает мгновенный результат, ее нужно просто подержать на лице 10 минут, и она сразу как-то, знаете, выравнивает цвет лица. Но ее нужно также постоянно делать, поддерживать этот эффект. Она не даст вам эффект, который будет держаться у вас месяц-два. Косметика Жюэль Сиако, она направлена на то, чтобы ваша кожа в принципе была более здоровая. Поэтому спасибо большое, Катюш. Маме большой привет. Поэтому Жюэль Сиако вы будете понимать, если вы используете, если вы, например, покупаете наши боксы, либо являетесь нашим клиентом, покупаете эту косметику и используете ее курсом, а не просто используете, например, сегодня этот крем вокруг глаз, затем вы используете другой крем вокруг глаз. Поэтому вот эта вот сыворотка, она вам после курса, после 2-3 недель, она вам покажет классный результат, поэтому я очень рада, что она у нас будет в боксе. И мы добавили еще один продукт, который был уже, наверное, многие вчера правильно ответили, догадались. Еще один продукт, который я очень люблю, очень уважаю. Он был несколько лет назад, он был в моем боксе. И я знаю производителей этого бренда. И я как человек страдающий, ну я не сильно страдающая по жизни, но я человек, у которого зачастую, почему я делаю процедуру BBL, например, прохожу курс, потому что у меня видно сосуды. Господи, кто эта женщина? Сейчас. Все, заблокировали. Я очень ценю и люблю этот продукт, потому что он также работает спустя время, он не показывает вам результат здесь и сейчас, и мне нравится такая косметика, которая имеет накопительный эффект. Это сыворотка Regenerate от бренда ATB. Это очень классный продукт, и я его знаю несколько лет, и я очень рекомендовала, рекомендую. И я прям очень уже в обновленной такой упаковке, потому что раньше у него была белая упаковка, и он очень насыщенный. И его многие пишут, а можно ли крем? Ну, во-первых, ребят, наполнение бокса утверждается еще месяца за 3-4 до старта продаж. Но вот эта сыворотка, у нее как раз-таки такая текстура, как у крема. То есть, если вы думаете, что вот эти сыворотки, они примерно одинаковые, нет, вот эта сыворотка, она впитывается в кожу, вы ее вообще не чувствуете, то есть после нее она требует крема. Вот эта сыворотка, она как легкий крем, ой, я тоже ее очень люблю, она как легкий крем, который вы тоже наносите. Я вот, знаете, вот похлопывающими движениями даже больше люблю в последнее время наносить. Иногда можно наносить потолще слой и, например, потом делать себе легкий массаж какими-нибудь, не знаю, что у меня тут есть, какими-нибудь камешками. В общем, вот эта сыворотка, конечно, вы можете наносить сначала эту, а затем эту сыворотку.
Мы подбираем только то, что вы можете использовать вместе. И после этой сыворотки вам на самом деле не нужен крем. Если у вас очень сухая кожа, то вы можете использовать. У меня, видимо, здесь нет. Есть у компании, у бренда ATB есть... это Regenerate. А есть еще одна линейка, более плотный крем. Вот у меня сейчас вылетело из головы, как называется эта линейка. И у него такой очень хороший слой прям получается, и мягкий, так мне пишут везде сообщения. Вот, и мне очень нравится тоже этот крем, я его выложу. У меня вылетело из головы название линейки. Если кто-то вдруг помнит, скажите мне, пожалуйста. Сами нарисовали? Нет, не рисовала визажист Евгения. Поэтому у нас получается 4 продукта, вот такие, похожи на Джулию Фокс сильно, не знаю. Кстати, когда я выходила из гостиницы в Рице, меня с ней перепутали, да. Вот 4 вот таких продукта у нас будут в нашем боксе, у меня чуть-чуть испортился маникюр. Вот такие 4 продукта, поэтому наполнение очень классное для лица. И я уверена, что вам, ну если вы, даже кто-то из вас подумает, что там один продукт какая-то фигня, там или не знаю, то вам очень понравится несколько. Биоинженер, да, крем Биоинженер от ATB, очень классный продукт. И вот зимой особенно, на ночь его использовать, если у вас сухая кожа, просто, просто супер. Вот, поэтому для лица у нас 4 продукта. Я уже рассказывала, что у нас будет также, я ищу все время, есть ли у меня здесь продукты. Да, здесь рассол у меня, но он у меня в небольшом объеме только здесь, поэтому не буду вас сейчас путать и показывать вам. А это Плантароза, очень красивая, да, расцветка? Как в кино. Поэтому скоро наш бокс, он, правда, очень крутой, тем, что он очень дорогой по наполнению, состоит из дорогих продуктов, и он такой серьезный. Чем очищаю лицо обычно, сейчас вам покажу. У меня далековато, просто у меня тут может быть немножко бардак сзади меня, вы уж извините. Вот, очищаю я лицо... У меня вот так же жель Сиако. Вообще у меня, в принципе, 90% мой уход состоит из жель Сиако. Вот Абсолют Пурите, мы тоже кладем его периодически в бокс. И второй продукт – это очищающее молочко. Один раз я наношу Пурите, потом я наношу молочко. Вот. А так еще для лица, если говорить о моих любимчиках, я очень люблю Августинус Бадер. И он был в наших боксах, и молодцы, кто покупали. Знаете, про каждый бокс, когда мы собираем следующий, все вспоминают добрым словом предыдущий бокс. Вот, правда, в двух фактически у нас мы были подарки в прошлом. В летнем у нас были во всех, был Бадер. Поэтому я вам очень рекомендую. А, да, будет... А сколько уже? Я не помню, сколько он у нас стоил новогодний, по-моему... Я не помню, вы представляете, если вы мне напомните, я уже не помню. Да, этот бокс весенний будет стоить дороже 20 000 рублей, но дешевле 30. Вот. Старт продаж уже 18 900, да. Старт продаж уже в ближайшее время, поэтому мы вам скоро сообщим. Нет, не гадайте, не 28. Поэтому ждем все бокс. Климент! Климо, хай! Увидела здесь своих друзей. Хорошо, ребят. Ждите наш бокс. Не гадайте, пожалуйста. Давайте так, между 20 и между 30, вот так вот. Все без денег, ну ничего, копим, не расстраиваемся.
Сюрпризы тоже будут, будут дополнительные подарочки во многих боксах, так что, но мы очень хотим, чтобы все наши боксы, чтобы вы их воспринимали в первую очередь за их основное наполнение, потому что раньше мы дарили очень много подарков, и мы столкнулись с тем, что очень многие хотят, вот именно ждут, а что еще, а что еще, а что еще, хотя я считаю, что боксы — это уже уникальный проект, который дает возможность попробовать всем продукции. То есть просто те, кто не использует всю эту косметику, они, им и не интересно покупать бокс. А те, кто пользуется, те, кто понимает, что это хорошая покупка, что она экономит ваши средства, те, я думаю, что покупают и без подарков. Нет, это у нас будет только один бокс. Я показала сегодня только наполнение по лицу. Также я уже рассказывала о том, что в нашем боксе в разделе волос будет очищающий шампунь Rated Green, будет маска-спрей с лифтинг-эффектом от Наше Орган. Сумасшедший бренд, я очень вам рекомендую по волосам Наше Орган. Линейка филлер, это просто моя самая любимая, улет. У нас так раскупают в салонах, что просто невозможно. И, значит, что еще? Будет рассул, который можно использовать и для волос, и для лица. Лучшее средство от черных точек. И как маску для тела. Я выкладывала в сторис видео, как используют как маску для тела. Очень классный продукт. Что еще я выкладывала? Значит, все вот эти наши продукты. Будет варежка и повязка. Вот, кстати, у меня есть повязка. Варежка с повязкой, это Aesthetics. У меня варежки нет, у меня есть какая-то другая немножко варежка. Ну, в общем, она... Наше Орган — такой бренд, который не продается онлайн, поэтому его можно купить только в салонах. Вот. Так что у нас осталось с вами еще два продукта, о которых я расскажу, и это сильные продукты. Многие уже догадываются, знают, какие это будут, какой будет точно один продукт. Но, будет еще маска для волос от Rated Green, Real She, моя любимая. Просто пахнет ириской, она пахнет ириской, карамелью, просто сумасшедший аромат. Так что будет очень классный бокс. Я уверена, что он будет... Мы будем пахнуть на всю Россию. Rare Cosmetics к нам присоединились. Hi! Зачем так много Rated Green? На самом деле всего два продукта от Rated Green, но я считаю, что это для меня один из лучших брендов, который работает с кожей головы, и очищающий шампунь. Это такой очень базовый продукт, которым необходимо пользоваться, ну, не то чтобы жизненно важно, но если вы хотите, чтобы ваши волосы были здоровы, чтобы волосы росли хорошо, то вам нужно ухаживать за кожей головы, очищающий шампунь. Во-первых, вот сегодня, например, у меня укладка и много укладочных средств. И чтобы смыть это обычным шампунем, мне потребуется наносить шампунь 3-4 раза. Нет, я не отбеливаю зубы. Кстати, недавно была просто на очистке, а так хорошо чищу зубы. А маски Rare не будет в этом боксе. Поэтому очищающий шампунь, он, вот его можно нанести один раз, и он очистит сразу от всех укладочных средств. Хочется сесть сразу прекрасный продавец. Мне кажется, что просто важно, что я этим пользуюсь сама. Кстати, вот еще, если вот говорить вам о том, что мне нравится для волос, для роста, вот есть такие ампулы Кристина. Я ими пользуюсь целый курс. Вот, что у Ксюши в ванной. И вот у меня какие-то новые, кстати, тут ждут. Мне прислали попробовать. Я просто покупаю много этих ампул. И мне их присылают бренд тоже пробовать.
очень классные, но в принципе я делаю много процедур для роста волос, поэтому классный. А вот еще классный продукт James Reed спрей автозагар, очень классный. В боксе будет аромат, судя по подсказкам. В общем, ждите бокс. И, кстати, еще хотела вам один продукт показать. Сейчас, секундочку, тоже очень классный. Если вы не покупаете бокс, если вы хотите попробовать что-то другое, вот у Augustinus Bader есть очень классный крем вокруг глаз. Он такой вот как крем под ваш голос уснул. Вот, очень приятный. Тоже очень хорошо пахнет. А продажа начнется уже скоро. Я думаю, что завтра или уже, может быть, послезавтра мы объявим день старта продаж. Очень прозрачно. Очень вкусно и тонко. Со шлейфом намекну. Что вам еще показать? Вот доктор Мом, например, если у вас болят уши за ушком, использовать. Вот, кстати, у меня пудра есть, но она, правда, вот она очень классная, но она так сыпется. Вот посмотрите, вот я, у меня, фу, очень классная, но просто, ну, очень сильно рассыпчатая. Мне нравится. Туши классные, вот Gucci тушь, вот Sephora, вот это вот очень классная тушь, мне она очень нравится. До скольки тысяч будет бокс? Я сказала, между 20 и 30 тысячами. Ладно, ребят, спасибо вам большое. И вот еще один вам продукт могу показать. Вот видите, вышла говорить про бокс и показываю все, что лежит у меня. Вот у меня практически закончилось уже. Классная паста Саша Хуана. Я, кстати, хотела, чтобы она была в боксе, но что-то, я не знаю, что-то не сложилось, не задалось. Спасибо, приятно очень. И, кстати, вот этот вот продукт очень классный. Эмбриолиз. Такой, как это называется, стик. В общем, он такой всегда, как это правильно называется, такой карандашик, который вокруг глаз им мажешь. И очень хорошо увлажняет глазки. Пустые банки. Но пустые банки, я считаю, что это на самом деле показатель. Хотя зачастую вот новые банки у меня, потому что у меня заканчиваются. Вот эти, кстати, очень классные продукты у Guerlain. Вот тоже крем ночной. Мне очень понравился. И дневной. Но ночной прям мой любимчик. Супер крем. Если увидите, он пахнет вообще, у него такой медовый очень аромат. Очень классный. Мне супер нравится. От Купероза, вот как раз рассказывала про эту сыворотку, но что я вам хочу сказать, все равно, конечно, то есть это не решит все ваши проблемы, лучше всего проблему Купероза решает, сейчас я вам покажу, что корректор. Намазать кошелек, чтобы он рос пропорционально крутости боксом. Это уже у банка спрашивайте, пожалуйста. Ну, все, наверное. Нет, он пахнет прям очень так вот медовым. Медовый аромат. Вообще классная очень история у Guerlain, что во Франции, я забыла, как называется остров, не Эссай, как, может быть, кто-то мне подскажет, где на острове разводят черных пчел, и там, по-моему, 1/4 урожая медового, то есть она уходит для Guerlain на производство, это производство косметики. Нет, не участвовала. Зубной пасты, кстати, вот, переходим к нормальному, к насущному, вот, зубная паста офигенная, на самом деле. Нет, я ее сейчас потом не куплю себе.
Уэльсан, да, остров Уэльсан, там разводят уникальных черных пчел, остров экологически чистый, и, в общем, очень хорошая история у этого, у этой линейки. Мне, ну вот самые мои любимые, у меня вот я пробовала и масло, серум, но вот эти вот, вот ночной крем, мне очень понравился, я вам очень рекомендую. А, гелем для душа я отношусь, на самом деле, очень спокойно, потому что, знаете, мы тут обсуждали, что, например, чем попало волосы, я не помою. А, но если дома нет геля для душа, то я могу помыть, не знаю, взять на крайняк шампунь и шампунем. Спасибо большое, Машуля. Мешки под глазами, ну бывает, а что? Нет, для эфира меня точно не собирали. У нас была съемка. Спасибо огромное за комплименты. Что вам еще показать, я не знаю. Тут у меня косметика Жоэль Сиако. Здесь у меня, наверное, все. Вот, кстати, так, это что? Это эмульсия, а нет, по-моему, а, это эмульсия, о, ничего себе, я что-то и не знала, что она у меня, потому что я покупала в Бельфонтейне, покупала, у них есть масло массажное, очень классное, а есть, круто, слушайте, а был продукт, который был с небольшим, знаете, таким вкраплением, и мне не очень понравилось, я не люблю, когда вот скрабы какие-то, которые потом оставляют вот блесточки. А это, оказывается, или с блесками, может быть, это он и есть. Ну ладно. Ладно, всем спасибо большое за внимание. Скоро крема невесты не будет, а для лица вот эти продукты в боксе. Это я вам, да, действительно, когда пользуешься Жоэль Сиако, это топовая косметика, топовый бренд, и поэтому не нужно искать что-то ли другое. Ну да, у меня чего только нет. А, ну вот есть, кстати, вот капли для тела James Reed. Ну, я не могу сказать, что они мне дали какой-то сумасшедший загар. Для лица мне больше как-то нравится. Но вот спрей и капли для лица. Но спрей я люблю побольше, потому что капли могут чуть-чуть подзабивать поры. А спрей, так, ему можно далековато нанести. И хорошо работает. Вот. Ладно, я уже не знаю. Вот у меня. Вот! Что пустое, просто пустое уже. Вот видно, как... Видно, вот это сразу видно, что самый любимый продукт на свете. Смотрите. Уйти не могу, да. Крем для укладки от Rated Green. Вот это я понимаю, вот. Вот, вот, вот. В диапазоне, да. Татьяна Геннадьевна, здравствуйте. Так, все. Всем хорошего вечера. Я скоро расскажу все новости о боксе. Так что мы с вами скоро увидимся. Всем пока-пока. На связи.